Хакеры назвали стоимость взлома любого iPhone. Услуга обойдется в $3900. При этом представители компании запросят у владельца документы, подтверждающие собственность. Компания Drive Savers предлагает всем желающим разблокировку iPhone любого поколения. Это предложение будет актуально для тех, кто забыл пароль от устройства или же нуждается в доступе к гаджету умершего члена семьи. Об этом пишет The Verge. В компании для таких целей используют новую проприетарную технологию, которая применялась до этого исключительно правоохранительными органами. В Drive Savers обещают, что не будут использовать технологию для того, чтобы помочь правоохранительным органам. Восстановить таким образом получится все данные, начиная от контактов и текстовых сообщений, и заканчивая фото и видео. Однако все клиенты компании должны будут подтвердить право собственности на устройство. Ранее сообщалось, что Apple намерена больше производить iPhone X, чтобы компенсировать низкие продажи iPhone XS и XR. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://temicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.